Все мы любим поспать. Полноценный сон положительно сказывается на нашем теле и разуме. От этого зависит качество вашей жизни. Чем лучше мы спим, тем лучше чувствуем себя днем. Сон необходим человеку для восстановления сил после дневной деятельности и накопления запасов энергии для следующего дня. К сожалению, не всегда нам комфортно в нашей кровати. Часто это происходит из-за того, что тело находится в неправильном положении. Жизнь постоянно меняется, и нам необходимо совершенно новое качество сна. Техногель – это уникальный материал, сочетающий в себе свойства жидкости, такое как 3D-деформация, и способность твердого тела запоминать форму. Словно вторая кожа, техногель чутко реагирует на движение тела, адаптируясь к его особенностям. Что делает этот материал особенным? 3D-деформация. Техногель может двигаться и подстраиваться под форму, и вверх-вниз, и вправо-влево, что делает его 3D-материалом. Любой другой материал, используемый в производстве матрасов и подушек, пена, вискалатекс, латекс, могут двигаться только вверх-вниз, поэтому они не могут быть такими же удобными, как техногель. Терморегуляция. Техногель обменивается теплом с телом, распределяя тепло по всей поверхности, предотвращая потливость и перегрев. Хороший теплообмен позволяет регулировать температуру тела. Сон на подушке техногель дарит приятное чувство прохлады. Вентиляция. Инновационная система вентиляции техногель помогает телу дышать лучше и уменьшает потливость благодаря дизайну поверхности в форме башенок, что позволяет воздуху постоянно циркулировать. Эта специфическая конструкция имеет открытые каналы воздуха, которые обеспечивают чрезвычайную циркуляцию воздуха, а также оптимальную проводимость влаги. Износостойкость. Благодаря своим уникальным свойствам техногель является долговечным материалом. Техногель не содержит летучих веществ, его компоненты не могут разделяться и перемещаться и не вызывают дезагрегации. Он не твердеет и не изнашивается, сохраняет механические свойства и упругость. Испытания показали, что он способен выдержать более 300 тысяч циклов нагрузки, не деформируясь. Подушки техногель сделаны в Италии с особой заботой и вниманием к деталям, используя высокотехнологичные и инновационные материалы, которые обеспечивают новый уровень комфорта. Строение тела у всех разное. Таким образом, для обеспечения правильного положения во время сна для разных людей нужны разные подушки. Классик. Рекомендуется для тех людей, кто спит в основном на спине. Делюкс. Рекомендуется для людей, которые предпочитают высокие подушки. Анатомик. Подойдут тем, кто страдает от боли в шее, спине или плечах. Контур. Рекомендованы тем, кто страдает от боли в шее, спине или плечах. Подойдут тем, кто спит преимущественно на спине. Подушки техногель обеспечивают непревзойденную ортопедическую поддержку вашей головы, шеи и позвоночника, поддерживая тело в естественном положении. Сон на подушке техногель дарит приятные чувства прохлады, нормализуется кровообращение и кожа насыщается кислородом. Подушки техногель предназначены для обеспечения различных уровней поддержки тела, что удобно для тех, кто предпочитает спать как на боку, так и на спине. Если человек любит спать на боку, необходимо учитывать ширину плеч и жесткость матраса. Ось позвоночника должна быть выровнена настолько, насколько это возможно. Для тех, кто предпочитает спать на спине, нужно подобрать комфортный угол наклона головы вперед, чтобы шея была расслаблена и не возникало напряжения.
Почему архитекторы и дизайнеры любят техногель? Последние годы материал используется архитекторами, дизайнерами, художниками в современном искусстве. Очарованные его специфическими свойствами, они выбрали материал для передачи символического содержания и новых значений современного образа жизни в оригинальных композициях. Техногель Sleeping. Мы создали совершенную систему сна.